Почему шлю очки? Ты только телефон, Димин, не урони его. Да, хорошо. Мы... Тихо, господи, покажи глазки, Маркиза. Ну, не бойся. Что мне бойся? Ну, давай, давай. Смотри, что хочешь там. Смотри, все будет. Маркиз, умничка. Такой умничка. Так хорошо пугается. Глазки бешеные. Я думал, отливать, наверное. Его надо сплоснуть. Нет, мне кажется, еще голову плохо. Алён, не надо. Мальчики. Мальчики, мальчики. Ну да, да. Все хорошо, Маркиз, аккуратно. Чему есть лядки, Маркиз? Такой красивый он же. Да. Выйдет сейчас, я тебе помогу. Ага. Теперь у нас свежая водичка. Ну понятно, как надо сделать. А давай душ себе смоем. Душ. Душ включи. Смотри, ой. Дима, он хочет уйти. Так, вода пойдет? Да. Давай, давай, что здесь? Дай спариться, пацан. Ага, ага, хороший, хороший. Так, понял. Ой, как, какой массаж. Теперь кот думает, что это за бандурина на меня такой вьюся. Да что у него, конечно, после еды. Толстый, да? Димка, ему еще надо после купания уши чистить. А чем? Ватными палочками. Давайте ну там мы будем уже, когда завернем, у нас средство отойдет, будем гладить и чистить. Так, давайте. Вот какие глазки у Мартина. Почему? Снимаем, будет интересно. Да, да, вот видишь, можно нажать на паузу. Там время идет, если время идет, снимаем. Да, да, идет время. Скоро уже кончится. Да, уже наконец. Стоп.